Stand by. 20 seconds. Fifteen seconds. Ten. Five seconds. Two. And action. This is a very good card. It's happiness, sunshine. The star also is quite a good card. Here we have the King of Swords, which could be a little bit of tension. The Hangman is someone that would want to wait around until things are settled, and the Fool is someone who really takes life as it comes. Многие люди желают знать будущее. Некоторые обращаются к гороскопам, иные к спиритизму или оккультизму, а другие создают влиятельные политические группы для того, чтобы изменить жизнь народа. А те, кто ничего не может изменить, предпочитают погрузиться в мир развлечений и фантазии. Но невозможно укрыться от действительности. Со времен Второй мировой войны ученые предупреждают нас об угрожающем нас перенаселении планеты. И они не одиноки в своих предсказаниях. Многочисленные религии также учат о том, что по ряду причин этот мир вскоре закончит свое существование или, по крайней мере, переживет драматические изменения в своей структуре и состоянии. На протяжении всей истории мира всегда были перемены и бедствия. Почему же многие так переживают о драматическом изменении нашего общества? Ответ чрезвычайно прост. Никогда в истории не было таких частых и резких перемен, которые переживает общество сегодня. Никогда человечество не обладало такой возможностью уничтожить Землю, и это помимо стихийных бедствий, которые всегда сопровождали нас. Возьмем, к примеру, землетрясение. Одно из самых великих землетрясений современности произошло в 1755 году с эпицентром в Лиссабоне, Португалия. За несколько минут 60 тысяч были погребены под обломками разрушенных зданий. С того времени произошло намного больше сильных землетрясений. За последние 20-30 лет это бедствие потрясло Марокко, Армению, Мексику, Соединенные Штаты, Индию, Алжир и другие страны, в результате чего погибли миллионы людей. Войны уносят жизни 750 000 людей. Около миллиона людей погибает от частых пожаров в густонаселенных районах Китая. Мир в этом столетии страдал и от других стихийных бедствий. Бангладеш и Соединенные Штаты постоянно страдают от наводнений и торнадо, которые уничтожают урожай. А в других странах мира, таких как Сомали, Судан, Центральная Африка и Австралия, люди переживают засуху, которая уничтожает посевы и способствует развитию голода. Непрекращающиеся пожары возникают в Австралии, Соединенных Штатах, Испании и на юге Франции. Голод, вызванный политической борьбой, совместно с другими стихийными бедствиями, уносит жизнь людей в таких странах, как Эфиопия, Сомали, Судан, Чад, Руанда, Куба и Гаити. В Китай и страны бывшего Советского Союза импортируется зерно и другие продукты питания, которых не хватает в этих странах, в то время как в богатых странах уничтожаются излишки урожая для поддержания цен на рынке. В других странах каждую неделю 250 тысяч человек умирает от голода. Богатые страны страдают от своих проблем – излишки урожая, излишки мяса, рыбы и невероятные загрязнения окружающей среды. Итак, страдания и разрушения продолжаются. Зов о помощи так часто и неумолимо раздается, что западный мир плачет от сострадания к страдающим. Тирании войны всегда преследовали человечество, но 20-е столетие было переполнено многочисленными случаями массовых убийств. После Второй мировой войны была создана Организация Объединенных Наций с целью предотвращения нового кровопролития.
Но с того времени на Земле произошло более 250 войн, которые унесли 31 миллион жизней, не включая горькую участь многих других миллионов, которые ведут борьбу за выживание, будучи беженцами. Другим признаком того, что мы живем в конце истории, является драматическое увеличение знаний, которые все больше и больше набирает ход. Было подсчитано, что до времени изобретения книгопечатания ежегодно издавалось 1000 книг. Сегодня библиотека Конгресса получает более 30 тысяч ежедневно. Из этих 30 тысяч библиотека оставляет себе лишь 7 тысяч книг. Тем не менее, издание этих книг говорит о невероятном взрыве в области науки. Более того, около 90% всех ученых, которые когда-либо жили на Земле, живы до сих пор, и они издали такое количество научных статей и книг, что ни один человек не сможет прочитать их. И не только это, проходит очень мало времени между открытием и применением на практике. Но, наверное, самым печальным в нашем мире является падение нравственности во всех аспектах нашей жизни. Люди самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, нечестивы. Всюду наблюдается крах семейного алтаря, а сексуальное извращение считается теперь нормой. Если все это принять во внимание, начинаешь понимать, что так не может долго продолжаться. Христиане, которые изучают Библию, не удивляются этому господствующему растлению. Осознавая свою ответственность за то, чтобы препятствовать распространению зла, они прекрасно понимают, что ожидает человечество. А ты, Даниил, иди к твоему концу и успокоишься и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней. Даниила 12:13. В этом коротком предложении Даниил говорит о трех важных событиях: о конце мира, о воскресении и о суде. Многие из нас предпочитают думать, что конец еще далеко, и не замечать те события, которые окружают нас. Но сколько времени нам осталось, и что говорит Библия о том времени, в которое мы живем? Давайте пригласим Джеффри Йолдена, который представит нам увлекательную тему. Конец мира. Большое спасибо за аплодисменты. Я искренне рад приветствовать всех слушателей, которые находятся в этом зале сегодня, а также зрителей, которые смотрят нашу программу по видеокассетам. Сегодняшняя тема чрезвычайно важна. Дело в том, что пришествие Христа является единственным решением тех проблем, с которыми мы сталкиваемся в мире. Во время нашей лекции мы рассмотрим окончательные события, описанные в книге Даниила. Давайте откроем с вами Библию и прочитаем с первого стиха 12 главы книги Даниила. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». Как замечательно, что мы имеем великого князя, который стоит за нас сегодня. Многие исследователи Библии считают, что имя Михаил употребляется по отношению к Иисусу Христу. Как чудесно быть уверенными в том, что Михаил стоит на нашей стороне. Заметьте, далее в этом же стихе написано, почему так важно, чтобы Христос стоял на нашей стороне. Иисус Христос, наш великий Господь и Спаситель, будет стоять на нашей стороне, и слава Богу за избавление, которое обещано всем, чьи имена записаны в книге жизни у Агнца. В то время, когда Михаил будет намереваться избавить свой народ и уничтожить Антихриста, наступит время тяжкое, какого не бывало от сотворения мира. Однако народу Божьему дана добрая весть. Когда наступит время скорби, все, кто будет записан в книге жизни, будет храним Богом. Вы помните, как Господь избавил от смерти трех еврейских юношей в огненной печи, а Даниила во львином рву? Иисус всегда находился со своими детьми и избавлял их во время скорби.
скорби. То же самое будет происходить и в последние дни. Христос будет с вами во время скорби и освободит нас точно так же, как Он избавлял детей Своих в прошлом. После этого избавления происходит воскресение праведных. Послушайте, что говорит книга Даниила, 12 глава, 2 стих. «И многие из спящих во прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие – на вечные поругания и посрамления». Павел же описал это событие следующим образом. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретине Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». 1 Фессалоникийцам 4:16-17. Как чудесно, что Библия всегда говорит просто и понятно. Когда Иисус придет во второй раз, праведные во Христе воскреснут, а те, которые живыми будут встречать Христа, будут избавлены и подняты на облаках навстречу Господу. Второе пришествие Христа является величайшей истиной в Библии. Фактически об этом событии упоминается более 300 раз только в Новом Завете. Одни из первых библейских стихов, которые я выучил наизусть, записаны в 14 главе Евангелия от Иоанна с 1 по 3 стихи. Послушайте, «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Сам Иисус обещал прийти опять. Библия говорит нам, каким образом Он придет. Давайте прочитаем простое высказывание, записанное в книге «Деяния апостолов», 1 глава, с 9 по 11 стихи. «Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Эти стихи говорят мне, что Иисус вернется во второй раз точно так же, как Он восходил на небо первый раз. Заметьте, здесь сказано, тот же Иисус придет таким же образом, то есть Он вернется во второй раз точно так же, как Он поднимался на небо в первый раз. Ученики видели Иисуса восходящим на небо, Он взошел туда в теле. Поэтому мы можем быть уверены в том, что пришествие Христа будет видимым, то есть все увидят Его, и Он также вернется в теле. Он Сам, никто иной, придет. Говоря о Своем возвращении в 24 главе Евангелия от Матфея, Иисус говорит, что Его пришествие увидит весь мир, не только праведные, но и нечестивые. Конечно, реакция будет разной. Праведные будут восклицать от радости, а нечестивые — скорбеть. Давайте прочитаем слова, записанные в Евангелии от Матфея. «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою». Матфея 24:30. Все станут свидетелями пришествия Иисуса, ибо это будет событием, которое узрит весь мир. Прочитаем еще одно высказывание в книге Откровения, которое гласит, что узрит его всякое око, включая как праведных, так и нечестивых. Книга Откровений, 1 глава, 7 стих. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Ей аминь». Всякое око, включая тех, кто пронзили и убили Иисуса, увидит его. По всей видимости, те, которые пронзили его, воскреснут при его втором возвращении. Итак, пришествие Христа не будет тайным. Сам Иисус говорит ученикам: «Итак, если скажут вам, вот Он в пустыне, не выходите, вот Он в потаенных комнатах, не верьте». Матфея 24, глава 26 стих.
Как видите, всякий, кто учит, что пришествие Христа будет тайным, ошибается. Сам Иисус сказал нам не верить им. Далее в следующем стихе Господь дает описание своего пришествия. «Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого» Матфея 24:27. Подобно тому, как невозможно не увидеть молнию во время грозы, так невозможно будет не увидеть пришествие Иисуса. В этом нет ничего тайного, как нет тайного в сверкании молнии. Фактически, во время сильной грозы молния освещает все небо. Так будет и пришествие Сына Человеческого. Никто не может спрятаться от Него. Давайте еще раз прочитаем слова, записанные в первом послании Фессалоникийцам, где Павел говорит о том шуме, который будет сопровождать возвращение Иисуса. «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Пришествие Иисуса, о котором говорит Павел, это то пришествие, когда Христос придет, чтобы воскресить праведных. Он утверждает, что первым событием при пришествии Христа будет следующее: «Мертвые во Христе воскреснут прежде». Следующий 17 стих говорит: «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем в облаках встретения Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». В то время, когда воскреснут праведные во Христе, живые праведные также будут подняты на облаках навстречу Господу. Именно в это время Иисус вернется, чтобы взять святых домой на небеса, которые будут сопровождаться великим шумом, звучанием трубы Божьей и гласом Архангела. Невозможно, чтобы труба звучала бесшумно. Напротив, ее громогласный звук будет оповещать всех живущих на земле о возвращении Иисуса. В звучании трубы есть нечто особенное. В древние времена звук трубы использовался для оповещения солдат к бою. Господь оповестит весь мир о возвращении Христа посредством звучания небесной трубы, которая привлечет внимание всего мира к Его второму пришествию. Итак, праведные, которые будут встречать Христа живыми, будут подняты на облаках вместе с воскресшими праведными. И эти две группы людей встретятся с Иисусом в воздухе, потому что, когда Иисус придет во второй раз, Его ноги не коснутся земли. Вы помните, во время нашей предыдущей лекции о Тысячелетнем Царстве мы узнали, что только тогда, когда город Иерусалим спустится на землю после тысячи лет, ноги Иисуса коснутся этой земли. Но при Его втором пришествии, когда прозвучит труба, Он воскликнет громким голосом, обращаясь к мертвым: «Выйдите из могил!» Кажется, это событие будет самым громогласным в истории Земли, потому что тишина последних 2000 лет будет нарушена звуком труб, музыкой и гласом Иисуса Христа. Но сегодня во многих христианских церквях существует учение о тайном вознесении. Эта доктрина утверждает, что Христос придет тайно. Наступит утро, и мы проснемся и обнаружим, что многих среди нас нет. «Куда они пропали?» — воскликнем мы. Нам ответят, что Христос пришел и забрал их. Так многие понимают второе пришествие Христа, а те, которые останутся на земле, будут переживать тяжелое время скорби, время, когда будет налагаться начертание зверя и появится Антихрист. Я уверен, что многим из вас представляется сложным объединить это учение с теми текстами, которые мы только что прочитали из Библии, где сказано, что вознесение Христа будет видимым, и таким же будет Его пришествие. Вы помните, Он придет лично и видимо. Библия ясно говорит нам, что святые не будут тайно взяты на небеса до начала времени скорби. Напротив, они останутся на земле во время испытаний. Но ободряющая весть заверяет нас, что Господь будет с нами в это время точно так же, как Он был с Даниилом, Сидрахом, Месахом и Авденаго. Бог защитит Свой народ в это ужасное время.
Возможно, вы задаетесь вопросом, почему тогда преподается такая доктрина, и так много людей верят в это учение о тайном вознесении святых? Те, которые преподают эту доктрину, верят, что в конце времени Бог будет использовать буквально Израиль для евангелизации мира, поэтому нет нужды церкви оставаться на земле. По этой причине Бог заберет свою церковь тайным образом, чтобы очистить путь для Израиля в деле евангелизации мира. Однако проблема этой теории заключается в том, что в Новом Завете Господь установил единственный канал для евангелизации мира – свою церковь. Библия говорит нам, что церковь будет выполнять возложенные Богом на нее служение до конца времени. Идея о том, что Бог тайно заберет церковь, чтобы очистить путь для Израиля, отсутствует в Слове Божьем. Поэтому подобные теории построены на очень зыбком песке. Давайте с вами рассмотрим историю зарождения учения о тайном вознесении. Смею заверить вас, это совершенно новое учение, которое зародилось в протестантской реформации. Поясню. Когда исследователи Библии начали изучение книги Даниила и подобной ей книги Откровения, они столкнулись с тремя методами толкования пророчества. Первый метод – претеристический, согласно которому все пророчества, записанные в книгах Даниила и Откровения, исполнились в прошлом. Книга Даниила – во времена Антиоха Эпифана, а книга Откровения – во времена римских кесарей. Исходя из этого, ни одно из пророчеств не имеет ценности сегодня. Второй метод – футуристический, согласно которому все события исполнятся в будущем. То есть большинство пророчеств еще не исполнились. Приверженцы тайного вознесения придерживаются этого метода. Согласно их толкованию, первая, вторая и третья главы книги Откровения являются единственными историческими главами во всей книге. Но когда они читают первый стих 4 главы, где сказано «взойди сюда», они говорят, что речь идет о тайном взятии на небеса, а все остальные события, описанные в последующих главах, будут происходить после тайного вознесения. Третий метод толкования пророчеств Даниила и Откровения называется историческим. Это тот метод, который мы используем во время данной программы. Согласно этому методу, все пророчества начали исполняться еще в дни жизни пророков и исполнялись на протяжении всей истории и завершаются вторым пришествием Христа. Кроме того, этот метод толкования используется христианской церковью вот уже 2000 лет. Два первых метода толкования являются относительно новыми. Поясню. Великие реформаторы Мартин Лютер, Джон Кальвин, Цвингли верили и использовали исторический метод, согласно которому папство являлось преследователем народа Божьего на протяжении времени Средневековья. И кроме того, именно этот метод понимания библейских пророчеств дал им мужество встать и начать реформацию. Для реформаторов папство было антихристом. Конечно, римская церковь была не в восторге, когда реформаторы называли ее блудницей, зверем, небольшим рогом. По этой причине католическая церковь избирает двух испанских иезуитов, которые должны были найти альтернативу для толкования книг Даниила и Откровения и очистить церковь от обвинений. Они сформировали совершенно новые методы толкования пророчеств книг Даниила и Откровения. Луис де Алказар, к примеру, разработал претеристический метод, согласно которому все пророчества Даниила исполнились задолго до появления первого папы. До того, как зародился этот институт папства в Риме, поэтому не может быть применим по отношению к нему, то есть к папству. С другой стороны, иезуит Франциско Рибера утверждал, что пророчества еще не исполнились, но будут исполняться в будущем и подразумевают не римскую церковь, но каких-то неизвестных людей, которые будут владычествовать 3,5 года в будущем. Рибера разработал этот метод в 1580 году по рождению Иисуса Христа. А затем футуристический метод толкования пророчества, который был создан как противовес реформации, нашел свое применение в протестантизме.
Он был принят в 19 столетии плимутскими братьями, когда женщина по имени Маргарет Макдональд получила откровение, которое она впоследствии назвала «опытом языков», утверждая, что будет тайное вознесение. В течение многих лет это учение было преподаваемо небольшим количеством экстремальных религиозных групп, особенно теми конфессиями, которые разговаривают иными языками. Однако, когда была издана Библия с комментарием Скофио, в которой поддерживалась идея о тайном вознесении, многие другие протестантские церкви приняли эту идею. Однако после появления книги Хэла Линдзи под названием «Светлая великая планета Земля», возможно, вы слышали о ней, теория о тайном вознесении получила свое широкое распространение. И сегодня многие христианские и протестантские церкви приняли это учение, не осознавая, что оно пришло к нам из Римо-католической церкви. Приверженцы учения о тайном вознесении учат еще кое-чему. И нам необходимо очень серьезно к этому отнестись. Они учат, что церковь не будет находиться на этой земле во время излития последних язв, то есть во время скорби, а Антихрист появится после того, как произойдет так называемое «тайное вознесение». Давайте прочитаем, что говорит сам Даниил. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». Даниил ясно и определенно говорит, что во время тяжелых испытаний Божий народ будет освобожден. Избавление наступит не перед временем скорби, но во время скорби. Прочитав всю книгу Даниила, мы обнаружим, что Бог всегда посылает избавление не от скорби, но во время скорби. К примеру, когда трое еврейских юношей были брошены в огненную печь, и Иисус присоединился к ним. Когда Даниил был брошен во львиный ров, ангел находился с ним и закрыл пасть львам. Помните, что истории в книге Даниила иллюстрируют ту борьбу, которую придется пережить народу Божьему в последние дни. Итак, Даниил учит, что народ Божий будет жить во время скорби, но будет охраняем в это время испытаний. Давайте прочитаем с вами еще один отрывок, говорящий о семи последних язвах, которые будут излиты на этот мир перед пришествием Иисуса. Послушайте. «Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему». Псалом 90, 10 стих. Бог не говорит об избавлении от язвы, но об избавлении во время язвы. Эти язвы будут поражать все вокруг, но не приблизиться к народу Божьему. Давайте с вами прочитаем второе послание к фессалоникийцам, где Павел говорит, что Христос не придет до тех пор, пока не появится Антихрист. Заметьте, «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели». 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 1-3 стихи. Заметьте, здесь Павел говорит о пришествии Иисуса. И многие, жившие во времена Павла, думали, что Христос придет в первом столетии. Но Павел говорит, нет, Он не придет в первом столетии, потому что должно произойти прежде великое отступление. Далее, в 3 стихе он говорит об Антихристе, о начертании зверя, о числе зверя 666. Все это должно произойти прежде. Павел просто говорит, что Иисус не придет на эту землю до тех пор, пока не откроется Антихрист, человек греха и сын погибели. Основной мыслью Павла в этом послании является утверждение, что появление Антихриста произойдет перед пришествием Христа на землю.
Слова апостола Павла, записанные во втором послании к Фессалоникийцам, полностью отрицают идею о тайном вознесении. Потому что он говорит ясно и определенно, что день, когда мы будем собраны вместе для того, чтобы встретить Христа, не наступит до тех пор, пока не откроется человек греха, Антихрист. Читаем далее. В этой же главе второго послания к Фессалоникийцам в 8 стихе сказано: «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Было бы очень странным уничтожать Антихриста славой своего пришествия, если он появится после возвращения Христа. Необходимо рассмотреть еще один стих при обсуждении этой темы о тайном вознесении. Этот стих записан в 24 главе Евангелия от Матфея. «Но как было во дни Ноя, так будет и пришествие Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется». Согласно учению о тайном вознесении, один человек будет взят, а другой останется жить на этой земле во время скорби. Но проблема заключается в том, что 24 глава Евангелия от Матфея не подтверждает идею о том, что после возвращения Христа люди будут заниматься обычными делами. Давайте обратим внимание на контекст этих стихов, который очень часто игнорируется. 27-39 стихи 24 главы Евангелия от Матфея содержат историю, которая сравнивает время перед пришествием Христа со днями Ноя. Конец времени будет похож на дни Ноя. Вы помните, во дни Ноя только 8 человек вошли в ковчег, а остальные нет. То же самое произойдет при пришествии Христа. Одни будут взяты, а остальные оставлены. Как во дни Ноя, так и в последние дни те, которые останутся, будут истреблены. Во дни Ноя они были истреблены водами потопа, а в последний день — славой Христа. В Евангелии от Луки, 17 глава, 37 стих, который является параллельной главой к Евангелию от Матфея, 24 главе, говорит, что трупы нечестивых будут оставлены для орлов на попрание. Как во времена Ноя, так во время пришествия Иисуса те, которые будут оставлены, не просто будут оставлены в живых, но погибнут. Нигде в Библии не говорится, что те, которые оставлены, оставлены для второго шанса после тайного вознесения. Контекст этих стихов говорит прямо: «Те, кто оставлен, погиб». Более того, при втором пришествии Иисуса нечестивые будут обращаться к горам и камням. Позвольте прочитать вам: «И цари земные, и вельможи, и богатые тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещере и в ущелье гор, и говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». Откровение, 6 глава, 15-16 стихи. Итак, эти стихи говорят ясно, что нечестивые увидят пришествие Христа, а согласно теории тайного вознесения, нечестивые даже не будут знать о том, что Христос пришел. Какая большая разница между ними и праведными, которые с нетерпением ожидали пришествия Христа? Давайте прочитаем Откровение, 19 главу, 5-6 стихи. «И голос от престола исшел, говорящий: «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие!» И слушал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: «Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель!» Какой контраст! В то время, когда нечестивые обращаются к горам и камням и просят скрыть их от лица сидящего на престоле, народ Божий
Божий восклицает и славит Бога, потому что Иисус пришел. Одной из самых интересных и важных глав во всей Библии является 24 глава Евангелия от Матфея, которая представляет проповедь, сказанную Иисусом на Елеонской горе в ответ на вопрос его учеников о признаках и времени пришествия. Читаем Евангелие от Матфея, 24 глава, 3 стих. «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Остальная часть этой главы, стих за стихом, открывает события, которые будут происходить перед пришествием Христа. Давайте прочитаем с вами некоторые из этих великих признаков. 6 стих говорит: «Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец». Матфея 24, глава 6 стих. 7 стих говорит: «Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады и моры, и землетрясения по местам. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Далее будут знамения в луне и солнце и звездах. Также в Новом Завете говорится о быстром накоплении богатства и о проблемах с работой, которые будут испытывать люди в мире. Библия также утверждает, что перед пришествием Христа будет умножение или увеличение знаний, а также способность людей к самоуничтожению. Нравственные принципы и отношения в семье будут разрушены, увеличится количество преступлений, страсть к удовольствиям, различным сексуальным извращениям, упадок настоящей духовности. И как чудесно среди всего этого слышать заверение о том, что Иисус скоро вернется. В то же самое время появятся проповедники, которые будут говорить басни, убаюкивая народ. Однако, с другой стороны, добрая весть о скором пришествии Иисуса будет провозглашаться по всему миру. Произойдет восстановление всей полноты истины, которая проповедовалась от самого начала. Также в последние дни произойдет призыв к тем, которые названы верным остатком, то есть к соблюдающим заповеди и имеющим веру в Иисуса. Когда мы видим все это сбывающимся на наших глазах, мы понимаем, что Иисус скоро придет. Хотя никто не знает точной даты и точного часа пришествия Христа, Иисус сказал: «Когда вы увидите все это сбывающимся, знайте, что близко при дверях, то есть мое пришествие близко». Послушайте, я прочитаю эти слова из Евангелия от Матфея, 24 глава, 32 и 33 стихи. «От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Если я приду к вам в гости и подойду к двери, то я буду очень близко к вам». Так и Иисус говорит: «Когда увидите все сбывающимся, знайте, мое пришествие близко, очень близко». И хотя никто из нас не знает ни дня, ни часа пришествия Христа, мы знаем, что оно очень близко. Вот поэтому Иисус постоянно говорил о необходимости приготовиться. Пришествие настолько близко к нам, насколько готово наше сердце. Если мы умрем, то следующим событием для нас будет пришествие Христа. Поэтому Священное Писание просит нас быть готовыми и жить так, как будто пришествие Христа наступит завтра. В то время как Библия предупреждает нас об этом важном событии, точное время пришествия никому не известно. Тем не менее, очень важно, чтобы мы понимали это событие и были готовы к нему. Давайте подведем итог тех вопросов, которые мы обсуждали сегодня, рассматривая тему о втором пришествии Иисуса. Давайте подведем итог нашей лекции. Иисус сказал, что дня и часа Его пришествия никто не знает, кроме Его Отца.
Поэтому он сказал: «Бодрствуйте и будьте готовы». А затем он представил признаки, которые будут предшествовать его возвращению. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, тогда добегут в горы. Матфея 24, 14, 16. Христиане продолжают проповедовать добрую весть об Иисусе всему миру. Осталось всего несколько мест, где еще не знают Иисуса. Каждый день тысячи принимают спасение, предложенное Христом, в то время как Христос готовится избавить свой народ и уничтожить отступившую церковь. Великая скорбь, которой не было от сотворения мира, обрушится на эту землю. Когда враг Бога и человека увидит, что конец скоро, он будет использовать всю свою мудрость и силу, чтобы навлечь бедствие и разрушение. Библия называет это время временем скорби, которого никогда не было. Если Христос не придет на землю, чтобы спасти человечество, эти события полностью уничтожат землю и живущих на ней. В отличие от своего первого пришествия в Вифлеем, второе пришествие Христа будет видимым и слышимым всеми живущими на земле. В течение многих столетий казалось, что Бог молчит, но теперь внезапно Он заговорит, и все живущие в мире будут знать об этом. Когда Христос придет, праведные умершие воскреснут и вместе с преображенными живыми праведными поднимутся на облаках навстречу с Господом. Иисус говорит, что Его возвращение будет точно таким же, как было Его вознесение с Елеонской горы 2000 лет назад. Его вознесение было в теле и видимым, поэтому мы ожидаем, что Он вернется таким же образом. Библия говорит, что увидит Его всякое око. Эти слова Священного Писания отрицают идею о тайном вознесении, согласно которой Христос придет тайно и заберет свой народ до начала времени скорби. Библия ясно говорит, что праведные будут находиться на этой земле во время скорби и будут охраняемы ангелами Божьими. Однако, почему провозглашается такая доктрина? Те, которые поддерживают эту идею, считают, что Бог использует буквальный Израиль, а не свою церковь для провозглашения евангельской вести. Но Писание говорит ясно, что Церковь является тем каналом, через который мир будет евангелизирован. Приверженцы этой теории также предполагают, что праведные будут взяты на небеса до времени скорби. Но Даниил говорит определенно, что народ Божий будет избавлен во время скорби, подобно тому, как он был избавлен во львином рву. Более того, те, кто верит в эту теорию, утверждают, что человек греха, Антихрист, появится после того, как праведные будут вознесены на небеса. Но Павел говорит ясно, что Христос не придет до тех пор, пока не откроется Антихрист, который будет уничтожен славою пришествия Христа. Но не только Антихрист погибнет. Библия говорит, что нечестивые устрашатся и побегут горам и камням, взывая к ним пасть на них и укрыть их от лица Сына Божьего. В тот момент все осознают, что все предлагаемое миром, которое когда-то было таким желанным, на самом деле является негодным мусором. Будете ли вы готовы к этому замечательному событию, когда Христос восстановит нашу землю в ее первоначальной красе? Только те, которые останутся верными Христу, войдут в мир, вновь сотворенный Богом и приготовленный для них. Обзор. Неудивительно, что Павел называет пришествие Иисуса блаженным упованием. Друзья мои, это наша единственная надежда. И самое важное, что мы должны сделать, это приготовиться к предстоящему событию. А как вы считаете? Возьмите свои листочки, на которых вы записывали основные моменты нашей лекции, и запишите ваше желание. Господи, помоги мне приготовиться к Твоему скорому возвращению. Если мы принимаем это решение, тогда Господь поможет нам приготовиться к Его пришествию.
Будем честны перед собой, друзья, что еще в мире может быть более ценно, чем пришествие Христа? Вот поэтому я призываю вас записать это желание на листочках. Это поможет вам выразить свое желание словами. В противном случае в будущем будет очень сложно принять серьезные решения. Если Господь обращается к моему сердцу сегодня, я желаю откликнуться на Его призыв, зная, что в будущем будет легче откликнуться на Его зов. Господи, помоги мне приготовиться к Твоему скорому возвращению. Я уверен, что все вы желаете приготовиться к тому славному дню и попросим Господа помочь нам приготовиться к Его скорому пришествию. Наш замечательный Небесный Отец, мы благодарим Тебя за чудесную истину о пришествии Иисуса. Мы благодарны Тебе, Господи, что это событие только в Новом Завете упоминается более 300 раз. Сам Христос сказал: «Приду опять». Самое важное для нас сегодня – это приготовиться к этому событию. Благослови тех, кто находится в этом зале. Благослови тех, кто смотрит нашу программу по видеокассетам. Помоги нам принять решение следовать за Тобой, чтобы ничто, ничто, ни работа, ни семья, ни друзья не могли отлучить нас от Тебя. Дорогой Господь, благослови каждого из нас. Благослови каждого зрителя, каждого слушателя. И когда Иисус придет, и облака совьются, как свиток, мы могли бы быть готовы. Во имя Иисуса. Аминь. Во время нашей следующей встречи мы с вами рассмотрим одну из самых важных лекций. Ее название — «Начертание зверя и печать Божья». Каждый, живущий на земле, получит либо начертание зверя, либо печать Божью. Что такое начертание зверя и кто получит его? Я с нетерпением ожидаю нашей следующей встречи, когда смогу поделиться с вами этой вестью. А пока до свидания и да благословит вас Господь! Шановні друзі, Християнський радіотелецентр «Голос надії» пропонує заочні біблійні курси для всіх бажаючих вивчати Біблію. Навчання та матеріали безкоштовні. Серія уроків «Нове життя» відкриває для вас біблійне бачення світу. А для тих, хто прагне до більш поглиблених біблійних досліджень, пропонуються уроки серії «Сіла Возрождення». В першому уроці подані всі умови навчання. Заяви надсилайте на адресу: Київ, 71, абонентна скринька 36, «Голос надії».